Инициатива о том, что разводящиеся должны платить каждый по 30 тысяч рублей за развод, но она довольно спорная. И правильно, что Дмитрий Анатольевич Медведев вынес ее на обсуждение, а не стал ее от себя вносить. Я думаю, что эта инициатива не пройдет просто, потому что ситуации бывают очень разные, и положение материальное разводящихся в том числе бывает чрезвычайно разное. И потом, наверное, большую часть должен платить инициатор развода, а не тот, с кем разводятся. Ну, это вот мое мнение. Но я думаю, что эта инициатива вряд ли дойдет до законодательного оформления.